В конце концов, сектор ядерной энергетики должен действительно обеспечивать надлежащие технические стандарты с тем, чтобы играть серьезную роль в обеспечении энергоресурсов и энергоснабжения. Ядерная энергетика играет очень важную роль в сфере энергетики, в энергетических отраслях, в передовых странах, да и в других странах. Я думаю, что здесь перспектива ядерной энергетики после Фукусимы зависит от того, как мы сможем уверенно управлять ядерным объектом. Атомная энергетика в ближайшие десятилетия является обязательным условием мирового энергетического баланса. И сегодня существуют уже проверенные и референтные технологии, обеспечивающий гарантию, что даже в случае попадания современной станции, а мы моделировали это при проведении стресс-теста, без масштабного участия атомной энергетики сформировать энергобаланс мира в ближайшие десятилетия невозможно. Было несколько сценариев, и даже в самом пессимистичном для атомной энергетики сценарии получалось, что доля атомной энергетики по прогнозу энергетического агентства к 35 году должна составить не менее 10%. Но 10% от баланса 35 года – это примерно в полтора-два раза больше по объему, чем все, что мы имеем сегодня. Мы не можем утверждать сегодня, каким будет источник энергии, который будет обеспечивать человечество через 30-40 лет, но можно с уверенностью утверждать, что путь к этому новому источнику энергии, к этим новым технологиям, лежит через технологии, инфраструктуру, знания, человеческий капитал, который развивается сегодня за счет развития атомной энергетики. И отказаться от этого человечество не может. Проблема безопасности атомных станций не является национальной проблемой. Это транснациональная международная проблема. А значит, и гарантии должны носить транснациональный характер. Следовательно, нормы и требования безопасности, которые заложены в стандарты МАГАТЭ, должны носить не рекомендательный характер, как сегодня, а обязательный. И развитие атомной энергетики для безопасного баланса, безопасной экологии планеты и инновационного развития, и создание необходимых условий такого развития – это международная задача, которую реализовывать нам нужно вместе. Я думаю, что не только ядерную энергетику надо посмотреть, но в комплексе все источники энергоресурсов, с тем, чтобы сбалансировать вот это весь энергоотрасль. Британское правительство, ну, предыдущее британское правительство, а, кстати, его поддержало и нынешнее правительство, решила, что ядерная энергетика должна быть частью той комбинации источников генерации. То же самое Россия, то же самое Китай, Вьетнам, Турция, Южная Африка. Все эти страны приняли решение о том, что ядерная энергетика должна составлять существенную долю. Французский пример заключается в чем? Значит, безопасность, эффективность. Во Франции самая низкая цена на энергетику, как раз потому, что мы используем ядерную энергетику. Мы можем сказать, что государство вправе пользоваться ядерной энергетикой, но они имеют и обязанности делать это надлежащим образом. И правительство, которое хочет претворить в жизнь некую политику ядерной энергетики, должно понимать, что это сопряжено с многолетней ответственностью за возможные последствия. Однако при этом можно отметить, что прошло тектонический сдвиг в сторону природного газа. И тут дело не в политических каких-то разногласиях, как сказал господин Паролью, просто природному газу в качестве альтернативы ядерным источникам придается теперь больше внимания, уделяется внимание, придается больше значения. Что произошло в Соединенных Штатах?
там произошло, собственно, осознание того, что ядерная энергетика должна быть составной частью пакета общеэнергетического, но при условии соблюдения повышенных норм безопасности. То есть, короче говоря, Фукусима показала одно, что необходимо действовать более строго, более дисциплинированно, с учетом некоторых поправок, дополнений к действующим руководящим документам. А два тезиса, которые мой коллега Тапио Кула сказал и мистер Танака сказал, выражаются следующими словами. Тапио Кула сказал, надо быть прагматичными. Мистер Танака сказал, необходимо избежать крайности в суждениях. И я думаю, что это самое главное, чем должны участники рынка атомного энергостроения, операторских компаний руководствоваться в ближайшее время. Консенсус был достигнут всеми спикерами. Будущего без атомной энергетики нет. Вопрос, в каком масштабе она должна применяться, и вопрос, как обеспечивать ее правильное применение. Не было сказано сегодня в дискуссии, но я считаю крайне важно для государства поддерживать дополнительное страхование рисков. Рисков как атомных операторов, рисков потребителей, которые находятся в зоне строительства атомных станций. Потребитель должен себя чувствовать защищенным. Защищенным со стороны страховых компаний и государства на все случаи эксплуатации атомных объектов. Но и вот тема глобализации и международного сотрудничества, она очень важна. Это основное условие развития атомной энергетики в мире. И прежде всего это не только вот по темам безопасности, но а также по темам разработки интернациональных программ в области ядерного топливного цикла. В России нам очень важно в дальнейшем продвигать исследования в части замыкания топливного цикла, особенно на быстрых реакторах. Это непозволительная роскошь, это совершенно ясно, это надо понять, это императивы, это срочнейший вопрос. Потом, альтернативные источники, их нету в нужном количестве, их недостаточно. И потом экономически это невыгодно совершенно, с тем, чтобы действительно, не допуская дефолтов из-за запредельно дорогих проектов в области ядерной энергетики, все-таки сохранить тот серьезный процент энергетики, вырабатываемой ядерными реакторами. Чтобы не допустить того или тех проблем, которые были раньше, я думаю, конечно, надо работать на основе объединения усилий, на основе распространения передового опыта, на основе, кстати говоря, пропаганды именно лучших проектов, чтобы потребители и люди понимали перспективность этого направления. Это должна действительно двигаться дальше, начиная с пересмотра технических условий, разработки новых технологий, нового поколения, разрабатывать новые реакторы на быстрых нейтронах, малоразмерные, плавучие, на основе обеспечения надлежащей физической безопасности, технической надежности. Ну и, разумеется, тут, конечно, роль государств нельзя преуменьшать, потому что надлежащие инвестиции здесь во многом необходимо ожидать от государства. Потому что решение о отказе принимают те страны, которые, если честно, и не принимали решение о развитии, а только размышляли об этом. Но основной вклад в масштаб развития атомной отрасли в мире в последние годы и на перспективу по программе задают такие страны, как Китай, Индия, Франция, Россия, Соединенные Штаты Америки, довольно большой блок стран Юго-Восточной Азии, то вот здесь изменение технологий может дать уже разительные изменения, потому что появление нового поколения технологий естественной безопасности, масштабно решающие проблему и безопасности, и количество отходов, и проблему нераспространения за счет перехода на работу с природным ураном, это может кардинально, не мгновенно. Доступ к энергии необходим для широких масс населения. К 2035 году потребность в энергетике увеличена на 65%, и поэтому энергетический баланс должен быть достаточно диверсифицирован. А именно проведение в жизнь глобальных стандартов.
Естественно, это требует широкого обсуждения, и оно состоится.